течение суток зрителям, всем гостям нашего канала. С вами Росси, вы на канале Роли Гейм Онлайн, и сегодня мы продолжаем играть в игру Гномы. Это третье видео, и мы будем искать Фенрира и кольца для его шейника. Итак, в прошлой серии мы, в общем, немножко занялись постройкой инфраструктуры. Вспомним, что у нас здесь делается. У нас тут делается мастерская плотника. Мы разводим хомячков. И, наверное, возьмем вот этого парня, Серджа, и отправимся дальше вниз на разведку. Значит, мы нашли деревню травников, напомню. В ней нам дали задание отыскать ключницу, которая нам сможет обеспечить проход в следующий мир, подземный мир, еще дальше. У нас, кстати, сейчас этот мир называется Девственный лес. Вот, и нам надо сейчас найти ключницу, чтобы она помогла нам открыть проход, и мы могли опуститься еще дальше в поисках Фенрира. Так, ну а пока наш Серджио отправляется вниз. Немножко ускорим время. Для удобства мы сделали себе лестницы почти везде. Опа, букер какой-то. У нас нечем драться пока. Пойдем тогда обойдем его. Предлагаю пока просто спуститься вниз. Вот сейчас, кстати, в мастерской плотника, если я не ошибаюсь, мы сможем сделать себе уже какое-то оружие. Нет, конечно, чисто теоретически мы можем ему навалять руками, но это будет больновато для Серджио. Обязательно, как только у нас можем делать дубинки, мы сделаем и пойдем с ним бутер разберемся. Кстати, какой-то лук, как собака какая-то. Сутулая. Так, ну тут поинтереснее. Бочка, вижу, есть какая-то. Давай-ка разберемся еще в этой бочке. Какая-то хрень. В бочке ничего интересного. Оп. Пахнет чем-то до боли знакомым. Кажется, это идет оттуда. Пахнет печеным хомячком. Или подгоревшим гномом? Посмотрим. Пропало. Все пропало. Все, что нажито непосильным трудом. Ох, варвары. Вешать за такое надо. Эй, старик, жаркое готовишь? Эй, молодежь, вам бы только над нами потешаться. Это все тролли, ух, как я их ненавижу. Эй, остынь немножко. Остыть? Издеваешься. Все племенные хомячки пропали. Скажи-ка мне лучше, как я перезимую. Честно, не знаю. Помоги старому гному. Сложно, что ли? Верни мне моих питомцев. Хотя бы несколько штук принеси. Ага. Ключницу ищешь? Я знаю дорогу. Все очень просто. Главное, чтобы тебя не поймали. Сначала принеси мне 6 хомяков, а уж потом и поговорим о твоем деле. Угу. Хитрый дед. Сказал пару, а по факту потом принеси 6.
Ну, я думаю, мы нашкребем 6 хомяков. Это не проблема. Так, тем временем у нас готово плотника хрень вот это. Где бы ее только поставить? Елки. Вот тут, наверное. Вот тут мы ее и поставим. Так, ну у нас тут на ферме, я думаю, мы сможем найти 6 хомяков. Поставим сейчас мастерскую плотника. Так, приведи хомячки для отшельника. Отшельник попросил нас добыть ему штук 6 хомячков. За это он пообещал рассказать, как незаметно подобраться в крепость, чтобы освободить ключницу. Пожалуй, надо воспользоваться предложением. Связываться с этими злобными троллями нет никакого желания. Так, мастерскую плотника мы поставили, но что-то я там пока ни хрена не могу не сделать. Колесо. Ну, колесо нам пока не надо. Вот вон еще один хомячок. А кто у нас их ловил? Так, надо запомнить, что это был Серджо. Серджо, давай. Не стал, ребята, забирать всех хомяков, потому что они должны размножаться. Поэтому не решил я так сделать. Кстати, у нас еще есть одна пещера, и мы, наверное, еще маленькую пещеру поставим здесь. Так, начинается гонка. Ускорим это дело. Не смешно. Сержа, ты, у тебя явно неловкость кошки вырваться картошки. Есть такое дело. Теперь вот этого лови. Итого 5. Нам надо будет еще одного где-то найти. О, у нас есть рогатка, кстати. Мы уже можем сделать рогатку пару штук и пойти завалить вот эту хрень. Заодно суби гриб, тебе все равно скоро спать идти. Надо запомнить, что хомяки у Серджи, чтобы потом их не искали. Приди, помоги.
Родился новый гном, Алан. Так, уже там три хомяка. В принципе, мы можем их все уже сейчас пойти отнести деду. Так, Серджио, бросай рубить камень. Иди, наверное, лови хомяка. Так, а Алан у нас сейчас выход иной, как и Дора. Все нормально, все нормально. 4 гнома у нас, получается, работают. И 5 гномов... Вот он лазит. Она прямо в шахте родила. И 5 гномов у нас на выходном. Нормально. Где там наш? С хомяками. Вот он. Так, придется тебе немножко продлить рабочий день. Я потом верну. Я запомню. Так, руй к деду. Возможно, вы скажете, это несправедливо, или, возможно, у меня будут проблемы с профсоюзом гномов, но отчаянные времена требуют отчаянных действий. Так, кто там следующий освободится? Ребятки, надо немножко жир-грибов подготовить. Рогатки делаются. Отлично, рогатки готовы. Так, ты у нас ни хрена не делаешь. Иди бери рогатку, пойдешь сейчас валить того. Ух ты! Стоять. Отменяется. Все, иди отдыхай. Пока мы не разберемся с этими вукерами, нам нечего делать там. Хорошо, что я увидел. Наш гном мог бы пострадать. Так, ладно, тогда ускоряем. Давайте сделаем вторую рогатку. Сделаем вторую рогатку. И после этого уже вооружим двух гномов рогатками и пойдем их стрелять. Там, наверное, в этой пещере новой организуем ферму, которую сейчас достроят, и там тоже будем ловить хомяков. Или грибов. Ферму грибов. Не знаю, еще пока не решил. Здесь, в принципе, пещера большая. Можно было бы на будущее там поставить пивоварню. Рюкзачок. Скоро будет готово. Мастерская охотника, ферма. Рогатка делается. Рогатка делается, и ферма уже сейчас делается. Ферма готова. Отлично. Давайте сразу ее развернем. Все, повар у нас пошел. Это тоже можно делать. Все при работе, в принципе. Я побежал за грибом. Вон Алан уже вырос. А нет, это Серджио возвращается. Пещера, вот он. Так, давай сразу же второй репликтур бьют. Это ты правильно сделал. Так, кто там из вас у нас ходит с рогаткой? Это вроде Йоппо. А Йоппо у нас кто партнер? Отец Сильвия, партнер Дора. Дора. Ты там что? А, вот сейчас Дора сделает ферму как раз. Мы вооружим ее тоже рогаткой. И они вместе с муженьком пойдут валить тех козлов. Ускоряемся. Так, готово. Все, Дора, значит, бери рогатку. И у тебя рогатка уже есть. Отлично. Вот вы сейчас и пойдете валить всех направо и налево. Так, двери мне там не нужны. Хотя, вы знаете, я бы тут еще двери не закрылся. И здесь. Ну, там глухо, нету смысла. Тут у нас... Оп,
Мастерская столяра можно изучить. Так, а вы вдвоем, значит, проверим. Проверим этих ребят. Рогатка есть. Рогатка есть. Хорошо. Так, значит, две рогатки у вас. Вперед, вперед и с песней. Нам нужно до конца рабочего дня прочистить дорогу, чтобы потом Сержа смог отнести хомяков. Сейчас мы мастерскую столяра изучим. В общем, мы идем все дальше и дальше. Прям технологический бум у нас в этой серии, скорее всего, получится. Так, вот они, вижу. Я надеюсь, вы вдвоем идете, да? Да, хорошо. Вперед. Боевая музыка, наш боевой отряд Джей Джо спускается прямо по лестнице, летит вниз на полных парах, и сейчас будет залп из рогаток. Чё-то они, блядь, рогатками не стреляют, интересно, почему? Они решили драться так. А нет, он был выстрел с рогаткой в спину. Это у них тактика, значит, Дора на себя берет удар, правильно, чтобы мужика не подставлять, а он сзади настреливает с рогатки. Не такой, не шуточный бой завязался, ребята, все, мы это, победа, победа вместе, вместо обеда разбиваем. И ни хрена здесь нету. Ладно, ничего страшного, идем дальше. Где-то был второй, я видел, вот он. Ребята, атака. Атака сразу пошла. Опять та же тактика. Дора бьет в ближнем бою. Муж насыпает с рогатки издалека. Он просто уже будет как лучник у нас в будущем. Есть. Завалили. Значит, нет. И потом разбивает и разбивает эту бочку. Ничего здесь не было. Теперь проверяем бочечки. Что тут у нас? Заргрип. А там никак какая-то, да? Ну, ладно, забираем эту книгу. Мы сюда пришли не с пустыми руками. Здесь, кстати, есть залежи камня. Это и пещера сама по себе такая неплохая. Большая, по крайней мере, три хомяка. Качнули за одному Дору кунг-фу на один, а ему стрельбу на два. Короче, он лучше качнулся, скажем так. Его поднимаем наверх. Дора, ты забирай все остальное. В общем, вот такой у нас замес с вами получился, ребят. Добавили экшона, так сказать. Эта книга Тай-Чи. Выучи ее. Стало 4. Хорошо, хорошо, Сильвия. Хорошо, Сильвия. Еще он тут закреплен. Сильвия, я тебя открепляю. Вот так. Я тебя открепляю, ты свободен. Ты закреплена где? Я тебя открепляю от костра. Ты свободна. Давайте, пока вы там свободны, кто-нибудь мастерскую столяра мне сделайте. Так, Дора. Дора, Дора, Дора. Значит, выкладывай, Дора, все здесь. Дора, выкладывай все тут, кроме рогатки. Хотя тебе рогатка не нужна, я понял, что ты любитель ближнего боя. А где ты, что-то ты уже все выбрасываешь по пути, что ли? Дора, ну ты ж не дура, а Дора. Поэтому давай наверх. Вон, муженек-то уже прибежал. Ловкий хрен. Так. Вот так, все. С этим мы справились.
сейчас. Так, Серджи, мы, наверное, тебя немножко раньше поднимем с отдыха. И шуруй ты, наверное, к деду сразу. Старте. Так, Дора пришла. Дора, сбрасывай, сбрасывай. Все, сбрасывай. Все, теперь занимайся своими делами дальше. Где там Серджи? Угу. Тоже так, с другой стороны, несправедливо. Пока все отдыхают, он выполняет задание. Он выполняет важное задание. Все-таки путь мы ему очистили, так что ему нефиг грешить. Тем более это нужно для важного общего дела, поймать Фанерира. Давайте немножко ускорим. Интересно, их нужно перенести в инвентаре или выложить их? Сейчас посмотрим. Хоть бы ферму потушил или что? Просто принеси в инвентарь, понятно. Мои милые хомячки, ух, светочей моих. Я сдержу свое обещание и покажу вам дорогу. Ну, показывай. Долго томился я в мрачных застенках у троллей. Они обижали меня. Тролли поймали меня, когда я рисовал вот эту карту. Уверен, труды мои помогут вам. Он нам карту дал. А я-то думал, что нас отведет. Вот спасибо. Все, спасли мы, в общем, его от голодной смерти или суровой зимы. Возвращаем обратно, что никто не отозвал. Карта, а я могу ее как-то использовать? Ага. Так. Ага. Вот здесь это, наверное, этот дед, а вот это уже идет как пробраться к золоту. Зойта. Строится мастерская, ну пока путь строится. Самое главное, что мы нашли карту. Теперь нам следующее видео, наверное, уже немножко затем подсоберем какую-нибудь более-менее такую банду с палками и рогатками и пойдем искать ключницу. На этом все. Спасибо за просмотр. С вами был Росси. Это был канал Ролигейм Онлайн. Всем спасибо и до скорых встреч. Пока-пока.